Около недели назад к нам обратилась женщина, сообщив то, что у нее пропал сын. Он пропал при пересечении границы в контрольно-пропускном пункте Джанкой. Он ехал из дома, из города Харькова, в Крым, к своим друзьям. Последний раз он выходил на связь 11 числа, 11 апреля, после этого связи не было. После этого мы обратились в пограничное управление с заявлением о том, что задерживался ли к ним ими гражданин Украины Стешенко Александр. Однако нам сообщили, что такого гражданина никто не задерживал, и где он находится, им неизвестно. После этого нами были направлены заявления в МВД, ФСБ, также в пограничное управление о том, что пропал гражданин. И после этого никакой информации нам никто не предоставлял. Лишь сегодня нам удалось узнать, что он находится в спецприемнике для административно задержанных. Мне сразу же удалось посетить его. Состояние его удовлетворительное. В Крыму он больше не изъявил желание не находиться. Сказал, что не хочет быть в Крыму. После того, как закончится его срок административного ареста, он хочет покинуть Крым. Мы поможем ему в этом, приедем, встретим и отвезем до границы.